спасибо большое. Я безумно рад, что наконец-то усилиями наших команд Nokia телефон с Windows Phone в Украине. Это усилия длились очень долго, потому что нам приходилось доказывать, что украинский рынок готов, может, украинские разработчики есть, они не только работают за границей, они еще могут создавать украинские продукты, что украинский потребитель ждет этого продукта. Windows Phone несет очень много возможностей. Это совсем другой подход, совсем другой концептуальный дизайн. Если мы посмотрим, как уже Павел говорил, реализован и не только аппаратный интерфейс, аппаратная составляющая телефона, но если мы посмотрим на содержимое Windows Phone, то, как уже говорилось, моя любимая функция – это когда все мои контакты со всех моих социальных сетей находятся в одном месте. Я могу читать новости, я могу отвечать, я только что делал ретвит сообщения о том, что мы здесь начинаем. Самое важное, у меня у всех моих контактов, у кого есть фотографии. Если мы здесь есть интеграция с корпоративной почтой и со всеми сервисами почтовыми, которые существуют. Здесь есть возможность объединять много календарей, потому что мы все имеем корпоративные календари, личные календари. Мое любимое приложение – это OneNote. В SkyDrive мы используем метод в семье, потому что когда я еду за покупками, мне могут в дороге дописывать, что купить. Вот. Много-много есть корпоративные звонки, есть Skype, есть очень много всего. Вот, ну, например, тоже очень важное, да, я закрываю телефон. Сейчас мой Паш сфотографирую. Поддержим микрофон. Я не разлочиваю телефон. Надо, чтобы мы оба влезли. А то я широко улыбаюсь. Я тут же постаю на Facebook. Запуск. Теперь все твои френды могут посмотреть, да? Только я не знаю, есть здесь такие люди или нет. А мы сейчас посмотрим. У меня сотрудники здесь есть. Все. Сейчас оно, при этом оно мне спрашивает еще, кто это такие ребята, вот тут, если вы смотрите, мне спрашивают, мы потом вас пометим, да? Соответственно, очень интересно, вы можете видеть своих друзей и тут же видеть те последние сообщения, которые происходят от них. Это очень важный элемент интерфейса – это живые tiles, то есть живые плитки, которые обновляются сами. Сами, вам не нужно ничего делать. Если у вас прогноз погоды, он сам обновится, и вы включив телефон, сразу видите, что происходит. А если вы хотите, приходит вам сообщение человека, которого вы прикрепили к себе, вот у меня тут моя вся leadership team, вся моя команда, если кто-то из них что-то там сделал и запустил у себя, я сразу вижу, что он сделал, что запустил. Да? Вот у нас Ирина Волк что-то запустила, но это не буду показывать. Очень-очень-очень много возможностей. Возвращаясь к вопросу маркетплейса, запущен украинский маркетплейс. Сегодня в украинском маркетплейсе есть украинские разработки. Это более 100 разработок украинцев уже в маркетплейсе. В Windows маркетплейсе более 70 тысяч приложений. Я забыл про мое любимое приложение Nokia. Это Nokia Drive. Бесплатные карты во все города, со всеми достопримечательностями всего мира. Вы скачиваете, спасло меня не раз, в этом году уже не раз, включая Украину и другие страны. Поэтому приветствуйте, спасибо большое.